немецкие натуралисты прибыли в те же места, где работали позапрошлом веке немецкие натуралисты. И теперь идет разгрузка лошадей. В данном случае идет разгрузка автомобиля ЗИЛ. Смотрите, у нас есть и девушки. Я думаю, что вряд ли в 19 веке были девушки среди немецких натуралистов. Ну, разве что жены и рабыни. А теперь у нас и жены, и рабыни, и натуралисты. Установка палаток – это один из важных моментов в пустыне. Он, конечно, не защитит нас ни от жары, ни от холода, но он нас защитит от москитов и пауков, которые могут ночью зайти к вам в палатку. Жара 38 градусов. Вот бегемоты сидят в Африке, в болоте, в жаркой саванне, а немецкие натуралисты в пустыне Сары-Таукум, как бегемоты в Африке.